Друзья, всем привет и добро пожаловать на наш YouTube-канал. Поставьте лайк и подпишитесь, если вам нравится новый звук. Мы обновились, купили микрофон, и теперь звук будет еще качественней. Первый автомобиль, которым мы торговали, Toyota Passo в комплектации XS, он уже пришел в Россию. Мы недавно снимали на него обзор, и он находится в процессе монтажа, и совсем скоро будет на YouTube. 56 тысяч пробег, отличное состояние. Вы можете знать не только этот автомобиль как Passo, он еще называется Daihatsu Boom, потому что он производится в сотрудничестве между Toyota и Daihatsu. Забираем этот автомобиль на аукционе ТА Кинки за 610 тысяч йен. Ну а вообще старт таких автомобилей на аукционах Японии начинается от 500 тысяч рублей, в зависимости от состояния, комплектации, пробега и тому подобное. Следующий автомобиль, который мы торговали, это минивэн Mazda Bianta, что-то среднее между MPV и Premacy. Этот минивэн производился до 2018 года. Имеет 2-литровый мотор, классический автомат, как у всех Маст, пробег 60 тысяч километров. Не часто их спрашивают, вот клиент обратился, торговали, но, к сожалению, этот вариант не купили, ищем дальше. Вот такие были торги, спасибо, что вы посмотрели. Давайте обсудим, что бы вы хотели, чтобы мы показали в наших торгах. Ну, я буду с вами прощаться, всем пока!